Каменные, столярные и фрезерные работы, дизайн одежды, кондитерское искусство и ресторанный сервис. Это далеко не полный перечень профессий и специальностей, включенных в программу конкурса World Skills, прошедшего в апреле в Брестской области. На протяжении 2 недель более 1000 человек, среди которых как учащиеся учреждения профессионального образования, так и молодые рабочие, сражались за звание лучшего. И сегодня самым талантливым и трудолюбивым мастерам своего дела были вручены дипломы победителей. Соревнование World Skills в Брестской области и в республике проводится впервые. Значит, потому что только в этом году наша страна стала участницей этого международного движения. Вообще оно объединяет более 60 стран мира и направлено на поддержку, популяризацию профессионального образования, рабочих профессий и приведение профессионального образования именно к мировым стандартам стран-участниц. Поэтому мы с удовольствием поддержали данное движение. Каждый из 11 человек победителей областного отборочного этапа конкурса на вопрос о секрете своего успеха, не задумываясь, называют любовь к выбранному делу. Бытует мнение, что молодым людям порой не просто понять, чем именно они хотят заниматься в профессиональном плане. Но эту теорию ребята, награжденные сегодня, отрицают категорично. Многие из них с самого детства точно знали ответ на вопрос, кем они будут, когда вырастут. С самого детства я очень любила куклам создавать разные одежду, рисовать. Я очень любила рисовать. Это самое первое, с чего это все началось. Ну, естественно, как у каждой девочки, были куклы. И, естественно, хотелось много-много нарядов, чтобы перед девочками как-то вот, ну... И вот с тех пор пошло. Победить было достаточно трудно, но вполне реально. На республике я как бы хочу тоже победить и дальше развиваться в этой сфере. Уже в конце мая юные таланты Брещины отправятся на республиканский этап конкурса, чтобы уже на новом уровне испытать свои силы и возможности, проверить, на что способны, и понять, в какой сфере стоит пополнить багаж знаний. И несмотря на волнение, каждый из них верит, что сможет не только достойно представить в столице свой регион, но и приобрести отличный опыт, который так необходим человеку, стремящемуся развивать и совершенствовать свои способности.